Guten Abend. Всем, кто надеялся на перезапуск франшизы и возвращение, ничего не вышло. Все очень уныло, очень грустно. И можно сказать, что это конец. И над головами двух главных героев водрузили огромный жирный надгробный камень. Потому что раньше это было смешно. Раньше это был веселый Уилл Смит с веселым толстяком. Сейчас это старый Уилл Смит с грустным толстяком. Очень унылое, печальное зрелище. И знаете, не до такой степени Уиллу Смиту нужны деньги, чтобы участвовать в такой вот... одним словом, это просто ебаный стыд. Знаете, ебаный стыд просто. Знаете, неловко смотреть, хочется отвести глаза. Поэтому все, кто может это не смотреть, не смотрите. Не надо. Danke schön. Auf Wiedersehen.